энергия, сосредоточена вокруг вашего сердца, как оболочка, словно бережные руки защищают сердца, которые светятся и чувствуют тонко энергии мира. Оно при этом не зависит, оно свободно. Оно вращается внутри тела, светится и сияет. Сейчас самое время избавиться от обид и страданий прошлого. Сейчас силы света защищают светлых людей. Быть хорошим – это не значит быть уязвимым. Это сейчас означает лишь то, что душа и сознание человека выбирает путь светлого развития и созидания. Быть в тьме – это по нынешним вселенским тенденциям, говоря по-земному, не модно. Они темные, сейчас уязвимы, и от этого они стали агрессивны. Они живут вместе с нами, и часто мы касаемся их рукой, то есть они настолько близко, очень близко. Но мудрость и понимание, которые сейчас приходят к человечеству, избавляет вас от страха этой тьмы, а скорее больше наоборот, дает мотивацию и силу воспринимать реальную действительность, которую не обнаружить обычным зрением. Кода ангелов сейчас похожи очень на номера ваших машин. Это цифры и иногда буквы и вибрационные звуки, как части некоторых воспеваемых молитв и мантр. Приняла Камила Шанти. Первая.